Осенью прошлого года в Латвии началась реализация проекта «Весь класс занимается спортом», инициатором которого стал Латвийский олимпийский комитет. Согласно написанной программе, участвовать в нем могут третий класс из любой школы страны. В итоге заявки подали Лепа, Рига, Елгова, Валмира, Венспилс и Даугавпилс. Наш город в проекте представили на тот момент еще ученики 3-го Б-класса, а теперь уже 4-го Б, 3-й средней школы. В новом учебном году проект решили расширить, и к уже имеющимся участникам добавились новые, в том числе и от Даугавпилса. Теперь активно спортом занимаются учащиеся третьих классов из 3 и 16 школ. Дополнительные занятия спортом в рамках проекта проводятся уже 2 месяца, и ребята с удовольствием принимают в них участие, готовясь затем показать себя на региональных и республиканских соревнованиях. Сейчас будут проводиться соревнования по регионам. В данном нашем регионе 7 классов третьих будут соревноваться по быстрым эстафетам и таутосбумба. Что хочется сказать, очень большой отклик у родителей находит. И благодаря поддержке родителей мы сейчас начинаем делать много интересных вещей. Например, мой класс, да, была написана программа, и предлагается Олимпийским комитетом больше делать занятия на улице, на свежем воздухе. Но так как у нас погода не соответствует и нету снежного покрова, мы написали, так как у нас есть опыт Следоскалы проект, и один урок мы уже 2 месяца по понедельникам проводим в Ладоскалы. Индивидуальные занятия со своими классами проводят также 2 других педагога. Одним из условий участия в проекте – это выбор наставника-спортсмена. В прошлом году курировала работу 3-го Б-класса знаменитая во всем мире участница Олимпийских игр Анастасия Григорьева. В этот раз развивать в детях любовь к спорту будет известный спидвист, один из чемпионов польской лиги Найс, призер первенств Европы Анже Лебедев, который помимо профессионального занятия спортом и отдыхать любит активно. Я даю предпочтение любому виду спорта. Люблю играть в любые спортивные игры. Вообще, спорт... В общем, занимаемся спортом всем, чем можно, в принципе. Развиваем себя со всех сторон, не только в техническом направлении. Достаточно давно уже и борьбой занимаюсь, и футбол играю, и волейбол, и в теннис, и во все, что только можно. До конца учебного года ребят ждут еженедельные дополнительные занятия спортом, а также участие в различных проектных соревнованиях, по итогам которых будет выбран самый спортивный класс. Так что впереди у маленьких долговпилчан большой объем работы для того, чтобы добыть себе чемпионский титул. А их молодой, но уже очень опытный наставник обязательно им в этом поможет.